Всем привет, с вами Айри, это 25-я серия 038 Extended с модом. Ну, с модом Extended, собственно, да. И сегодня мы пойдем, наверное, убьем Дона Барона. Думается мне. Ну, как убьем? Попытаемся это сделать. Я не знаю, сколько это получится. Ой. Пардоньте. Я пошел. Ну, берега попутал. Если у нас это получится, у нас есть шансы получиться. Именно шансы. Я не знаю, с какой попытки это произойдет. Скорее всего, этот выпуск будет целиком ему посвящен, но мы посмотрим, конечно. Сюда. Может, нам повезет, и мы просто этого пойдем сразу на утёс Мартена. Хотя, кого я обманываю, нам не повезет. Бывает. Не, ну, вообще, у меня было один раз всего. За мои, там, 100-500 прохождений Wizardry 8, я всего один раз быстро убивал Дона Барона. Ну, прям жух убил. Это было именно соло прохождение Фейнези. Да уж, да. Никто в тебе, чувак, не сомневался. Так, наша сейчас задача пойти... Хотя, отдыхать особо не надо, на самом-то деле. Надо просто бафнуться чуть раньше, чем их атаковать. Потому что они зеленые и тоже получат баф. Так, они у нас вот здесь, правильно? Правильно. То есть надо маленько отойти куда-нибудь сюда. Ready. Взять красночит отстрел. Понятно. Красночит отстрел. Да, так сложно. Ладно, неважно, отдохнем. Перебафаемся, пойдем. Да, ты, блин, серьезно? Они мне щит отстрел. Ладно. Полевое. Все, погнали. Так. Значит, что мы пытаемся сделать здесь? Во-первых, мы пытаемся вызвать робота. Я не знаю, что это такое. Посмотреть. Во-вторых... Начнем с этого. Теперь надо вот сагрить, да? Инструкция подтверждена. If you say so, I understand. Нет, конечно, нет. Все будет не так. Это странно выглядит, но... Это надо.
тут магия на него особо не работает. Я не знаю, можно ли его магией спролечить вообще в теории. Поэтому тратить ману просто так священнику нет смысла. Здесь, ну, кольцо нам можно убить магией, он не очень клёвый. Вот, а всех остальных не очень. Ну, всех остальных, то на бароны, собственно. Вот, щитострел, потому что в нём покидаются, магия ей не пользуется. Ну, по нему очень сложно попасть. И как бы... Я поторопился. Я правда поторопился. Мне нужно прежде чем приступать к каким-то операциям. Сейчас. Смотрите, в чем прикол. Нам надо его вот этим убивать по факту. Ну, не конкретно этими. В смысле, что его надо убивать эффектами. То есть прямой дамаг его убить, ну, можно, конечно. Но это он будет еще высоким уровнем, и к тому времени его убивать уже, ну, не сильно актуально. Вот. У нас есть... Отравление. Так, стоп, что? Куда арбалет делся? А, он же арбалет. Извините, пожалуйста. Перепутал. С луком-то вообще кто-то пользуется теперь? Нет, кто? А я не могу ему дать лук, да? Какая я вся хуйня, дядя Джуниор, какой смысл? Ну, в общем, да, проблемки. Мне луком теперь вообще никто не может пользоваться. Ну, может. Камеры в ближайшее время. Ну, тут, конечно, 1-3. Ну, ну да. А скилл он теперь шоу раньше. Ну, кстати. Давай сделаем вот так. А меч у нас что делает? По нему сложно попасть. Он ничего не делает. Он дамажистый, но он ничего не делает. Потом будем стрелять. Тут... Прости, наверное. Убить 2%. Ни слова больше. Поехали. Будем пользоваться стрелковым оружием, как бы ни странно это сейчас звучало, но... Верьте мне, это так надо. Именно стрелковое оружие его и убивает. Ну, типа, нет смысла его убивать лишь, потому что... По нему хер попадешь. Ну, правда. Так, что... Сюда. Механик. Давайте посмотрим, что можем дать механику. Ну, вот это, конечно, вариант. Тут что у нас дает? Ну, накрутировать 5%, это, конечно, интересно. Это тоже хорошо, но, по-моему, у него иммунитет. Вот, первым двум точно. Что-то травление, не знаю. Что у меня еще есть для механика? Просто пуль. Вот, вот, вот это нам надо. Угу. 12 всего, но это хорошо. 12 выстрелов. Даже. 5-1. Ну, один это мало. 3 это гораздо больше. Да, я сейчас говорю про то, что 3% это тащит. У нас все настолько отчаянно. Так, ну что ж. Я просто думаю, что мы можем еще сделать. Нельзя. Накрутировать 5. Но это если она попадет, то она, конечно, ни хера не
Нет. А ее кидалка 51% мало. А, убить 3, парализовать 4 всего их. Да. А есть еще? Вот еще есть. Они разные, да? Да. Один кристалл, один астрал. Ослепить. Ну, кстати, ослепление тоже хорошо. Ну, что? Так. Ты, значит, у нас стреляешь вот этой хуетой. Ты вот этой хуетой. А ты вот этой хуетой. Остальные, как бы, ну, ничего гораздо. Для нее... Может, точки потерять с кем-нибудь. Ну, тут как бы ничего интересного нет. Ну, она херять будет, на самом деле. Тут... Да. Ну, сейчас вообще с метательным оружием как-то все печально стало. Там они что-то сделали с этим... С элементалями. Их нет. И вот вообще нет. Ну, типа, я такой уже ловлю. Ну, она 11-й, 12-й, 13-й, 11-й, 13-й ловлю. До сих пор нет вообще ни у кого элементали. То ли они стали слишком сильные, то ли их просто выпилили из игры. Всех вообще выпилили из игры, конечно, не важно. Limit explosion. Ну, типа не бомба. Ледяная бомба. Стёганая бомба, ледяная бомба. Дает элементалям. Ну что ж, думаю, мы готовы. Сам. Вот теперь мы точно готовы. Еще раз сохраняемся. Начинаем бой. Поехали. If you say so. Under control. Окей-докей. Вот. А, нет, Барт у нас сначала кастует. А, нет, Барт у нас не кастует. Нет, Барт кастует, будем гитарить, наверное, так, сначала. Правильно же. Кого он будет гитарить? Under control. Ну, все надежда на него. Ну, у нас еще есть вот этот товарищ. Он, конечно, не очень опасен. Сейчас, подожди, можно его посмотреть? А, ну, 8-го его все. Он 20-го, да. Все правильно. Вот у земля. Все верно. Ну, поэтому надо что-то кастануть, на самом деле. Ну, давай. Так. I understand. Нет. Я сохранился. На самом деле, это сложный бой, если я буду загружаться за неудачного каста, я не буду считать это за смерть. Уж простите. Типа вот, если мне начальный именно каст пройдет, я загружусь, это не будет считаться смертью. Я не хочу потратить совсем уж 500 времени на это дело. А, так, здесь мы бахаем благословение. И тут... Я не знаю, надо убивать кольцоны, как бы он тоже бесит. Конечно, стрёмный. Не знаю, кто это так. Поехали. Как я и сказал. Ну, потому что мне нужно это скастовать. Очень надо. Я, конечно, стараюсь не объявить загрузки, но сейчас надо. Сравнение... Гитара сюда. Это...
Бля. Огненный шар. Very well. Instruction confirmed. Так, нет. Нет. Так. Good. Did you say so? Все правильно, да? Спасибо. Так. Мы, короче, гитарим, в принципе, всех. Ну, как всех. У него кинжал. Всех причастных. Мили-бою. Сразу кидаем энергию. Четверочку. Ну, хотя он тоже дамажит что-то. Контролить его магией абсолютно бесполезно. Я пробовал 1000 раз. Это не так не работает. Работают только эффекты. Ну, монах попадает в меня, понимаю. Уж радует. Будем пытаться. Да, он может так. Он может шотнуть. Да сука. Не, сейчас, конечно, не буду загружаться. Вот именно для этого мне нужно было считать стрел максимального уровня. Так. Лечение максимум сюда. И надеяться, что он его не убьет. Ну, все прошки разрешения. Так. Блять, постаните это уже. Ну, тут пофиг, что поставать там бесполезно. И сюда теперь гитарить лорда. Ага. Продолжаем. Энергия. Хорошо. Что теперь? I understand. Надо было, наверное, дать магический нектар. Ну ладно. Сейчас это не имеет значения. Я забыл, кстати, вызвать робота. Смотреть хотя бы оно того стоит, нет? Это самое лучшее, когда он так делает, честно слово. Это просто лучшая его атака. Ох, ебать. Что я лавал. Ох, ебать. Мое почтение. Особая способность наносит дамагу. Нихера. Ой-ой. Это лучше, чем... лучше, чем элементаль. Так, лечим механика. 43. Давай на четверку. Так, тут у нас закончились, правильно. Что можем еще сделать полезного? Ничего. Можем просто дамажить. О, Кельсон, кстати, на него отвлекся. Но он уже и так почти сдох. Но на самом деле, ребят, у нас есть все шансы его убить с первого раза. Если он ничего не выкинет, конечно. А он может.
Это вот он может. Это опасный противник. Ну, мы продолжаем ставить херней. Пока он кидается, он милашка. Потому что щит отстрел спасает. Бои с ним могут быть очень долгими. Ну все, как бы с Карсоном мы разобрались. Что мы с ним выпало? Что-то интересное. С полночным почеваши вещи. С ним разбираться. Так, ну, маги по классике самое лучшее, что могут захилять. Поэтому. Ну, типа. Давай попробуем вот так. Вряд ли сработает, но... Тут прям откровенно хилять некого. Типа, если он сейчас начнет курагозить, то может нить убить. В том числе не начнет. Я не знаю, кого из них хилять. Ой, нить. Просто магию будем качать и все. Тут реально, да ничего ни на что не работает. То есть у него здесь нету, ну, воздух, земля написано, но по факту. У него иммунитет, по-моему, ко всей магии. Есть, кстати, даже шанс, что у него энергия кончится. Ну, такой шанс есть. Подожди, что он меня атакует? Я маленько не это ожидал. Ну, ну ладно. Может быть, я что-то неправильно понял. Так, давай хиляем лорда. I understand. Так, стоп. Так, тут же есть еще пульки. Две пульки еще есть. Надо было в инвентарь положить что-нибудь полезное. Ну ладно. Вот видите, его потихоньку дамажит это дело. А чё? Стойте, сейчас. Нет, это, конечно, полезно было, но не очень. Так, сейчас, секунду. Так, мне интересует... Сует. Давай применять ментальную полу Амбарлона, получает 2 единицы урона. Угу. Но все-таки он работает. Ох, но работает. Ладно. А если ментальный удар? Так. Давайте гитарить, наверное, дальше, да? Ничего. А, он бритвен плащ на него наложил. Неплохо. Ну, чтобы он его deals damage делал, а не то, что, то, что он сделал. Я не знаю, то есть маг здесь самый бесполезный создание. В этом бою. Тут 34 урона на Дон Оборона, это мое почтение. Ну, что-то задамажило, кстати, я вообще посмотрел, сколько я. Опа. Так, хорошо. Так.
Давай сделаем лечить всех, троечку. Вы продолжаете в него кидаться всяким дерьмом. Ничего с 2 хп осталось людям. Давайте сделаем это. Почувствуй себя коучем. Станк ремень еще есть? Есть. Бар, давайте еще. Нет. Гитарить себе. Что здесь происходит? Пульки кончились, здесь происходит. Ладно. Где-то панул немножко. Ну ладно, это вообще пофиг. Не знаю, я буду делать какие-то рандомные вещи магами, потому что ну, надо что-то делать. Да. Похуй, скачается. Что тебе нужно, пульки, да? Пульки, пульки, пульки. Нет. Пульки. Есть такие. Ну, в принципе, блять. Ох, нет, правильно. Необычно уже, блять. Так, ну мы живем. Все нормально живем, ребят. Вообще нормально. Он не очень. Уже успех. Что у него? У него кончились этапы? Плевать вообще. Нифиг их не прикоснул. Я не посмотрел, это вообще работает или нет. Священникам даже делать пока ничего не буду. Магам, ну, не знаю. Поехали. Ну это все, это бан, ребят. Мы его с первого раза сейчас убьем. Ну типа я не знаю, что должно произойти, чтобы мы его не убили. Ну не может не в этом ходу. Ну, больно, конечно. Всё. Всё, ребят. Мы это сделали. Ну, тут да. Тут дофига кто прокачался. Стал домайн. Получили, собственно, один из артефактов. Хитрость. Да не иди. Ну, всякую дичь. Всё. 2 предмета, которые... I sure could use a big, big bandage. I'm taking a beating here. I have wounds. I am ready. Сейчас мы всем этим, ребят, сохранится. Вот теперь мы всем этим займемся. Ну или нет. Да. Да вы там чё? Блиной объелись, что ли? Да блин. Блиной объелись, да. Пардоньте. Чё, ну универсально против этим стрифтс? Вот что я вам скажу. Так.
Вы, блядь, издеваетесь надо мной. Серьезно? Сколько еще надо их выпить? Сохранились. О, бой. Все, ребят, мы это сделали. У меня есть хикость. А теперь смотрите на ее статы. Да, только для феи-ниндзя. 12.42. Поражение плюс 4, инициатива плюс 5. Парализовать, отравить 100%. Убить 15%. Да, расстояние малое. Но оно того стоит. В самом крайнем случае поменяем формейшн. Ну, надеюсь, если что. А. Мне даже опознать сейчас это дело нечем. Ну, тварь какой-то раз какой-то нажал. Ну, поехали. Отдыхать. Ну что, первый артефакт Эстроп у нас есть. Всего лишь в 25-м видео. Кожаные штаны плюс 2. Такое. Маску держал. Это он же, да? Да, их два. Ну, мы сейчас пойдем все это продавать. А, давайте переключимся на сюда. Не хочет. Всего лишь по стекану. Черепом. Угу. А, можно все попознавать и отдохнуть еще раз. Чтобы ману остановить. И смотрите отсюда. Все, мы закончили Тринтон наконец-то. Спустя столько видео мы это сделали. Причем я ожидал, что я буду 2 часа сейчас сидеть и записывать Дом обороны, а на самом деле все было изи. Кстати, что такое? А это полночный плащ. А он всем подходит, кому надо. А тут штормовка плюс 1 и вода, здесь плюс 1 и скрытность. Кстати, наверное, так даже лучше. Все это могут все носить, кроме фей. Так, тут уже плюс 1 есть. 8, 7. Выносливость, регенерация, энергия. Я не знаю, типа, у меня с этим сложно все. Он феям не подходит, да? Андроид. Ну, андроидов женщин в игре вообще нет. Ну, в отличной игре. Ну да. То есть выбор тут как бы офигенный. Я не знаю, зачем ей выносливость. Окей. Очень такое, дайте посмотрим, что у нас еще есть. У меня их же выносливости до хера. Хотя один из них для чего-то нужен. То есть такая фигня. Ну, кстати, с этими делами вообще все печально, на самом деле. Ведь ничего откровенно полезного. Ну, есть вот это. Это настолько странная штука, что я не знаю. То есть...
Я, может быть, бы дал ее магу, но, блин, что-то... Конечно, как бы не очень, типа... Ну, предположим, мы уберем что? Неважно, что из этого уберем. Хуяк. Ну, чё? И все будет ваншотать. То мана будет регениться. Не знаю. В бою мана регенящаяся, это нифига не полезно. Между боями, да, можно одевать топ, регенить между боями, не отдыхая. Насколько это полезно, я не знаю. С подозрением, что это вообще не бесполезно абсолютно. Ну, кстати, насчет вот нау. Тоже качается же. Так, ну сейчас нам отсюда теперь выйти. Что, никто не говорил, что будет просто, быстро. Но мы сделали очень важное дело. А что такое-то? Что началось-то? О, бой. А, она проклятая, да. Но это не важно. Вообще не важно. Under control. На самом деле, давайте подождем, как они подлетят. Что-то. Что там боятся-то? Все люшосы. Поэтому она и мажет. Ну, нормально. Ну, началось. Ну, ладно. Тут все не страшно. Очень парович. Чё? Все, переключаемся все на минишки. Хватит. Поиграли в рейнджевиков и хватит. Кстати, патроны не поменял механика. Кстати, за патронами надо будет сходить купить их. Для только. Еще надо лекс. Так, они сейчас уйдут маленько. Все, мы идем назад. Я не хочу особо с кем драться больше. Сейчас мы идем к Року. Мне надо все, продать все дерьмо. Пизер, блин, прекрати. Спасибо. Айчис, ладно, буду драться. Что-то даже не сохранился, кстати, по-моему, после ОС. После ОС, как после вас. Так, Чукова.
Да чё такое-то, блядь? Чё это? О, блядь. Дерьмо какое. Ладно. Ну ждем, пока нет, а вся хуйта подойдет. Нихуя себе. Да, щит от стрелка становится. А, блядь. Это позора мало, конечно, вундит. Что тут вундит? Он четверочку. Ну так не останется же, правильно? Да блять, опять с этими кастанными модельками проблем. Нет, останется. Прикольно. Блять. Сейчас снизу умрет, да? Нет, не умрет, но ее надо лечить. И вообще, по идее, надо собирать манатки в ту сторону. Сейчас, конечно, станет полегче. Так, на самом деле, мне надо поселить ниндзю. Здесь есть что-нибудь? Твоя одежда есть. Стрёмная, но есть. А, блядь. Вот и давай после этого им минус 10. Вообще должно работать. Ладно. Я загружаюсь и ставлю себе смерть. Нет, не ставлю. Чё с этой прогой-то, блядь, не так, блядь? Иногда ощущение, что проще, блин, самому это все делать. Ну, в смысле, постпродакшн. Ну, там, да, блин, рендерить все это дерьмо. Ну, кстати, из-за них вот эти тормоза из этих моделек ебучих. Нет, кстати, сохранился все-таки. Они там, сука, ходят. А? Когда высматривал меня за жопу схватили. Right there. Ну это то недобитка. Да. Меч гиганта для орда, надеюсь, мы тоже в ближайшее время достанем. Ну, туда реально рано еще идти, где он падает. На самом деле, посмотрю, может, он где-то еще лежит. Даже не знаю, блин, не хочу с этой хуйкой сражаться. Кстати, вот все хуйтой стреляющие особенно. Ну, ладно, давайте сделаем вот так. Сохранимся. И делаем бежать.
Срали они на этот вообще, на высокой колокольни. Угу. Так. Ладно. У нас как бы... Есть еще лечение. А, на... Поправление. Движок эти высокополигональные модельки вообще не алё. Они, конечно, красивые. Но их контуры, видимо, высчитываются движком. И это всё очень печально. Там какие-то дряды, кстати. А, я ничего не сделать не смогу. Ну, на самом деле... 11. Он еще и лимитный теперь. И может быть применен кем угодно. Оу. Ладно. Что? Это у Хазаока теперь? Для тех, кто не в курсе, раньше это была магическая завеса. Я поэтому такие возгласы как бы удивленные даю. Так. Ну, это, конечно, все печально. Блин, ну чё лаги? Маза. А, да. Продленьте. Не хочу это терпеть, честно сказать. Так, мне кажется, мага еще заруинили. Конечно, не грустно. Завладеть. Нет, конечно. Это так. А, кстати, ну, шипиди должен. Или вроде должны работать. Не. Трэш какой-то. Что взялись-то? Ой,
Короче, мы сейчас поступим другим способом. Мы сделаем бежать. Я реально не хочу с этим дерьмом сражаться. Ну, не с этим. Там сейчас убьем. А вот с этим. Ну, грустно, но вот, мы справимся с этим. Наверху можно будет там отдохнуть. Тут не так далеко бежать. А я вообще не знаю, кстати, он ехать сейчас может. Будет смешно, если нет. Давайте мы сейчас развернемся на всякий случай сюда. Блядь. Ладно, я понял. Ну, это было... Да, это был мой косяк. Ой, простите, я тушу. Дыхаем, короче. Так, а вот тут у меня уже есть шанс убежать. Ха-ха. Ну, пойдем другим путем, что я могу сделать. Кстати, за убийство Дона Барона не какие-то крысы. Там в теле какие-то жуки, блин. Ну? Пойдем без шортката. Что могу, могу вам еще сказать? Сейчас назад вернусь, они там будут. Мы, конечно, можем пойти проверить. Можно пойти проверить. Это было, конечно, идеально, чем тащиться. О, проверим, если эта хрень там все еще ходит. Вкусно. Если нет, то... Ну вот одна ли? Да не одна. Вот еще 7 шкур. Скинь. Нет, я, конечно, могу ее убить, этих жуков, но... Не мое время дороже, честно сказать.
Пойдем просто долгим путем. Потому что вроде врагов особо нет. Хорошо, что здесь. Right. Much better. My illness is extinguished. Ну, против вот этого сделать ничего нельзя. Ну. О. А, олени. Ну, олени, понятно. Пошли. Фать оленей. Оленей всяко приятнее, чем вот эта дичь, которая там была. Да, щита души, кстати, у меня нет. То есть надо бы взять. Мне в теории может скоро понадобиться. Нет, на самом деле, мне не скоро понадобится. Все это, конечно, зависит от мода. Но вообще достаточно лайтовая вещь. Может, мы не пройдем. Но олени тут на толхоз, конечно, мое почтение. Ты не мешает, блин. Ладно. Мне, конечно, не здесь сейчас не может впереди паровоза всех бить, это, конечно, грустно. Ничего не поделаешь. Этих пиздюков не отпиздит. Он будет стоять и писю сосать. Ну, ладно. А, он расстреливает вот эти. Так, нет, так не пойдет. На Basic Beaches мы используем Basic боезапасис. Вот что я вам скажу. Эх. Только за око, блин. Нет, только за око. Yeah.
А что, у него были пульты? Ну, давай обычные. Ахмар пирсинг. Так. Ну, я надеюсь, что чувачки быстрее пройдут. Ну, кто бы сомневался-то. Добейте их уже, пожалуйста. Очень добро, я знаю. Это не чемпионы, что от них ждать-то? О-о-о-о-о-о-о-о! Все. Все, оленя, вам пизда. Ну, не рейд мяу, но да. Не, на двух. Сейчас всех, блин. В миле отлупеним. В общем, сейчас задача дойти до утеса Мартана, ну, или хотя бы до Крока. Как у нас много боев будет. Мне совершенно точно надо продать все это дерьмо. Кстати, можно что-нибудь узнать даже. Там вообще души косты. Да ничего вы мне, блин, не сделаете. Ну что, в мили начнут магов пинать. А? Что было-то? Нифига себе. Нифига себе. У них такие мэтичные атаки? Ладно. Надо на барона не под... А, нет, кстати, работает. Прикольно. Может, не работает. Прошу к воспешению при... Ищи себе. Чубард безумный. Ну точно. Destroy, exterminate. I always feel more.
А, ну у них там такое беспонтовое абсолютно. Чуть-чуть души. Понимаете? Ну, это, наверное, это. Да, господи. Хиляться. Так, ну что, гоу хиляться тогда. Нихуя себе. Ладно. Хорошо, воскрешение, наверное, того стоило. Ну, тут, собственно, надо качать интеллект. Качать богочестие. И жуть, наверное. Типа, а чё ещё? Силу. Нет смысла особого. Но в мире у меня, конечно, восприятие скорее. Сейчас будем качать живучесть и восприятие. А, благочестие надо качать еще. Ну, после благочестия. О, бой. Так, ну да, ментальный выстрел, собственно. Это первый вариант. Вернуться к порталу. Оно считается как заклинание. Причем это, конечно, странно. Вещь. Может, я найду книгу, еще одну книгу портала. Ну, типа, смотрите, вот есть еще огненная бомба, хорошая вещь. В принципе, какой? Это четвертый уровень заклинания. А ментальный огонь? Третий. Дар звуком. Это вообще второй. Вот чистый воздух, это очень полезно. Я начинаю думать, что я именно сейчас его-то я и возьму. Особая броня, хорошая вещь, но души, хорошая вещь. Ментальный выстрел. Ну, три спала, ну, четыре еще безмолвия, да. Я как-то безмолвил уже, не особо посмотрю спал, который брать на левеле. Скорее что-то потом. Книгой, может быть. Ну, ментальный выстрел — это хорошая тема. Пяток там уже заклинанием. Но... В последнее время часто стали накидывать всякое дерьмо на вентилятор, поэтому, наверное, чистый воздух. Собственно, качать воздух. Сильные чары. И... все.
Здесь. Здесь тоже все ясно. Ловкость, подвижность. Самки и ловушки. Критический удар. Ближний бой. И посох жезла. Так, ну сохранится. Ну что, валим дальше. Да, я такой красивый, ну весь намаженный. Красной точки на горизонте. Так, с этим-то я, Васик-то все ясно. Там-то чего? I've sighted a creature. Ну, это можно вообще здесь отдохнуть. Мне кажется, сейчас кого-то убьют. Не, сейчас я прошу воскрешения совершенно точно не готов брать. Если чё. Very well. I regret that will be impossible. I've sighted a creature. We can take him. Let's do it. Ну не боже, печалится, да? Ладно, доходить по похай. Так, нет, стоп. Сразу пойти. Ой, вот именно что, ой. А. I am ready. Теперь можно хилейших зелий выпить. На самом деле редко такими путями возвращаюсь назад на землю, но тут меня прям вынудили. Ладно, вернулись отряд. Ну, второй раз я загрузился, но что это? Он того не стоило совершенно. Почему запрет лежит?
я его не подобрал. К тому же это ледяная бомба, кстати, полезная вещь. Думаю, что мы дойдем до Крока в этом видео. Мы пойдем прям сразу на Утюс Мартана, мы не успеем. Мы там по... Да, господи, серьезно? Блин, не пошел. Ну, что-то стрепать. Все как раз ясно. Так, мы сейчас на самом деле, наверное... Да, мы сейчас спустимся вниз. Спустились. Так, ну вот это, естественно. А, вот это, да? Нет, опять и не это. Какая? А, вот это же. Так, ага. Тоже не подобрали. Круто. Так, нет, не туда. Так, я бы, конечно, на самом деле, может быть, бы отдохнул перед этим делом. На самом деле, да. Я отдохну перед этим делом. What now? Так, ну в чем? Пардоньте. Чуть правильно. Беллоуд. Беллоуд. Ready. Все. Так, еще раз. Мне надо... Сюда. Я... Что за курица? Пусть курица пробегут. Зерда, эта игра не про все битвы мира. Она и так длинная. Без всех битв мира. Вы могли заметить. Мы игру даже, блин, на треть не прошли. То, что у меня один артефакт, это не означает, что это треть игры. Ибо второй артефакт мы получим, ну, очень скоро. Ну, мы как бы, в принципе, в ту сторону потом, если я все правильно помню. То есть мне за Крок. Да, дальше. Не надо через мост сейчас переходить. Что туда, это в Бейджин. Это рудники. Тут Утес Мартена. А здесь юго-восточный пустоши. Ну, в общем, мы идем прямо. По факту, по дороге. Через дерево.
Идем. Вот. Здесь где-то проходим. Ну, сейчас соберемся. The swamp is a dangerous place. Many years ago, Higardi thieves would sneak through its tall grasses. We followed them to discover where they were going. To Martin's Bluff. Я не хочу на болоте сражаться вообще ни с кем, честно вам скажу. Ни ради чего. Ни экспы там, ни лута. То есть это отвратительное место, и не беру внешнему виду. Внешне мне как раз очень нравится. Но по мобам... Да нет, спасибо. Я предпочитаю обходить здесь вообще всех мобов. Как и во многих транзитных локах в Визардри, впрочем. Так. Тут есть еще где-то... Блять. Дерьмо. Нет. Не хочу. Так, сейчас всяко. Ага, если пойду по этой дороге, мне будет хорошо. Так, все правильно. Комплики. И сейчас что-то еще можно. Войны ос 5. Так, нет. Пизду. А вы идете там. Значит, мы бежим туда. Пробегаем ловушки. Да, и скоро пойдем крок такими путями. Давайте ускорим наш маршрут. Здесь это того стоит. А все раньше поворачиваем налево и приходим к кроку. Даже без единого боя сюда дошел. Но это с Мартаном будет чуть сложнее. Привет, чувак. Ты иди в пизду. Теперь пришел говно продавать. На, жить. Это ж никому не надо, правильно? Механик Барт. Вот. Уже берем, да. Это что? 9 минут. Угу. Лучше. Угу. Сейчас будет хуешь. Так, штаны плюс 8 точно ко мне уже. Но лучше же, да? Что? О бой. Бой, о бой. Ну тут все понятно, сложно. Тут-то все сложно, но кухня у меня здесь лучше, чем там. Здесь. Ребята, пощадите. Почему так происходит? Ладно, бывает. Жал, каким продам один оставлю. Это что? А, ну это дичь какая-то. Это все не надо уж там. Это что? А. Ну это надо. Надо же? Да, это надо. Некому больше пользоваться. Господи, копию продаю первый раз в жизни. Ну, не первый на самом деле, но да. Все посох духа доставлю вам.
Это я ставлю. Луки. Надо посмотреть у лорда, что там с этим делом. Гринбоу оставлю. И гринбоу у нас 30%, а это хуй-то есть. Это 20%, а здесь просто 1,19 стабильно. Ну, в самом деле, это же заморачиваться не буду. Так, это что? А, ну, просто. А жало демона 20%. А что он еще дает? Пунктировать. Легкость плюс 5. Это зеленый. Зеленый хрен. Зеленый хрен. Где-то 30. Ну ничего не дает. Ладно. Так, на самом деле, как-то обычный стрел надо продать. Нихер не может. Вот, обычные ставим. Так. Как обычные камни продать, потому что заебали. Так, шокер в пизду. Нет, не надо шокер в пизду, это больно. Так, обычные болты тоже нахер не надо. Сейчас ставлю. Ладно, 10, кстати, а тут те же самые. Кстати, у меня уже у всех синяя загрузка стала. А что еще цветов, кстати? Ну, я уже никому не нужен. Как будто. Так, а это плюс 5. Тут у нас плюс 6. Тут плюс 9. А тут 8. На самом деле, что-то бардом не перестали писать постоянно. Может, даже что-то я перестарался немного. Назад немножко вернем. Так. Чё, на чём мы остановились в этом? Это хуета, это хуета. Карты тоже хуета. Это тоже хуета. Это... Да, блядь, пинь. Не для моей пати. Один оставлю, потому что где-то он был нужен. Это что? А это надо, кстати. Это понятно. Все, оставляем. Ох, кстати, вот надо отдать эту. Power level. Ну, кстати. Да, тут надо отдать, кстати, механику. Ладно, ладно, ладно. Так, стикс в день. Такое место занимает лишнее. Деле богатыря, естественно, оставлю. Нахер тебе нужно отдать. Нахер не нужно. Так. Пламенный сироп. А, это надо делала лампа. Есть еще оранжевый обратно. А не продавался? Нет, это наоборот продавался. Второй, по-моему, красный письмертон валяется. Так, зелеталиона. Ты че? Господи. Говна-то. Это оставим. Может пригодится. Ну, у меня, конечно, повысит, но мало ли. Ай, это уж нафиг.
Да, блин, камон. Огненный не буду. Так, это гранат. Это что такое? Большой камень. Кстати, вот это интересно. Я ставлю, может пригодится. Ты чё? Код уж даже белая загрузка. Барда синяя. Ну, барда-то все понятно. А, кстати. А это? Ну, что мы так деньгами-то затарились, да? Ну, бронежжавей можно ставить, это нахер не надо. Это в теории может помочь. Это не выкидывать. Это точно не надо. Это точно не надо. Чем они отличаются? Это тоже не надо. Боже мой. Суп. Ну, ладно, это что? Уровень один нам точно. А сэн чуть-чуть. А чай мамонос. Точно. Так, ну, дальше, наверное, все недоступное, правильно. Не совсем. Можно продать вот эту хуйту. Я ее не буду продавать. Пусть лежит. Может быть, я что-нибудь придумаю. Но вряд ли. Давайте посмотрим, что у меня продается. Все неизвестные предметы все, которые только что продал. Давайте посмотрим, тем не менее, то, что я продал, что еще есть. Вот. Плюс 6 силы, плюс 10, стальная кожа, плюс 12. А у него сейчас... Ну, кстати говоря... Я куплю. У него броня меньше, но в целом она как бы лучше. Так, еще из брони есть. Вон, сейчас представим. Ручная ракета, это, да, это хорошая броща. Хорошая броща, это, кстати, хорошо. Я куплю. Есть еще двустрельная броща. Но по факту она мне не нужна. Что ей не пользоваться. А лесной лук только для следопыта. Стрелы, камни, болты. Щиты. Вот это. А, это у меня было. Раз, тоже все я подавал. Так, чулки. Юбка плюс 9, кстати. Но только для тебя, да? А, ну, она и так. Так, сейчас. Это я ведь покупал уже, да? Мне казалось, что да. А, да, они меня в одну мысль даже не жалко. Так, книжки. Вот, ох, что он. Смотри. Снять проклятие. Бесный камень. Огненная бомба. Вообще эти деньги. Талион. Это надо. Не надо, смысл. Щит души. Надо.
Ментальный удар есть. Лед есть. Элемент щит стихий. Ну, нету, но... Ебать тут... Простите. Так, рентген не надо, лекарь. Адис не боится. Огненное кольцо, блядь. Что мы еще можем продать? Что, может, еще ненужное продать? Так. Посох духа, кстати, сам по себе стрёмный. Давайте посмотрим. А, у нее вот так он один. 2.11. А это дальнобойный, да? А, ну и стрелять нечего. Мама. А, давайте в один посох духа еще ей дадим, второй подадим. Так. Она не может его... Так это вообще... Все, один у меня есть. Вообще, какие проблемы? Я бы, короче, вот этот использовал, а тот говно продал. Кстати, есть манус. Еще есть просто ман. Что-то я дал нифига. Ну что, сейчас. Давайте еще посмотрим. Чуть-чуть можно купить. О, денем сразу, короче. Так. Сюда. Это плюс 7 с регенерацией здоровья. Нет, так не работает. А здесь... Ну, по факту, вот так, да. Типа здесь плюс 6 теперь. Но решение всех проблем. Можно, в принципе, сделать вот так. Это продать. А сюда вот это взять. Это продать. План. А сюда... Ладно, шутка поиска по названию нет. Вот, например, есть мана. Ну ее мало, конечно. Еще какая-то мана есть. Просто мана. Сюда положим. Отлично. Так. Да. Что еще надо сделать? Что еще продать? Продаем вот это. Да, в пизду это все. Ну нахер это не надо, блин, 20%. Вот, чтобы что? Ставлю. Это полезно. Может, это мне потом пригодится. Кстати, довольно скоро туда пойду. Где мне это пригодится? Ну все, ребят, продавать больше реально нечего. Поэтому листаем вниз. Смотрим, что еще можно купить. Одну книжку. Богатырь. Это хороший спелл. В принципе, на сложные бои это вещь полезная. На обычные не очень. Это больше для каких-то там боссов и просто сложных боев, которые у меня в ближайшее время не планируются. Вот это полезно. Хотя богатырь какого вдохновения? Тоже 4. Так, бич разума. Это у меня есть. Снежный шар.
Это не очень надо, это мне так есть. Вот это надо. И это надо. Да, я знаю. Второе уже, ладно. Может, не настолько и надо. Короче, это... Нет, я, значит, взял бы ржавчину. Типа она снижает... Воды? Разве не земля? Все сказал, что слабая броня это... Земляное заклинание. Мы переделали в воду, но зачем? Тут как бы... Кислотная бомба, видать. Да. Я не могу сказать, что слабая броня это прям дофига поломный спал. Это он, конечно, хорош. Но типа... Богатырь тоже не то. Ну, богатырь, кстати, хорош тем, что он сильно уменьшает потребление стамины. Так что лучше богатыря возьму. Мне никогда особо не нравилась ржавая броня, она стрёмная. Ну, не стрёмная, но, блин. Ладно. Good riddance. А, кстати, можно его попробовать. I know all there is to know about that old fort. Used to be HLL, but they abandoned it a long time ago. Military cutbacks, you understand. Then Martin and his men took over. Well, since he left, must be 100 years now, it's been empty as a Hogar's head until them trying things moved in. Of course, them spiders probably regret it now. Why... Martin trapped that place to high heavens, huh? And if they was looking for Martin himself, well, he ain't there. В общем, да, Хагарди... Ну, мы это все уже слышали. Хагарди пришел за Мартеном, но с Мартена, а то Мартена нет. Ха! Приблизительно. Hey, what's it worth to you? Well, I knew Martin all right, but... You missed him by about, 100 years. Well, he's gone from that old bluff. And I bet you want to know where to, huh? Well, I'll tell you. The sea caves. The HLL was chasing him all over Hell's Half Acre, looking for that Destiny Dominus. Well, I told him he best get somewhere safe. And there's nowhere safer than them old caves. If you want to find him... That's where he is. Это на самом деле крайне далекая локация. Это просто конец географии Визардри. Туда добраться очень сложно. Есть примерно два пути. Ну, не примерно, ровно два пути, куда можно добраться. И оба из них нихера неприятные. Первый через подводные пещеры, а второй через Бейджин, который тоже нихера неприятный, впрочем. Ну. Hey, what's it worth to you? Well, if you're trying to find the sea caves, I hate to break it to you, but y'all gotta go through Baijin to get there. That is, if them Rinjin don't rip your heads off first. There's a stairway north of here leads right into the sea. That's what you're looking for. Да, все так и есть. Это один способ. И я, честно, не знаю, как... Хотя, может быть, там есть те акваланги. Не помню. Ну, в общем, это один из способов, как туда пройти. И это короткий способ. И сложный. Есть далекий и простой, каким мы, в общем-то, и будем проходить. Каким мы обычно всегда проходим. Так, ну, ладненько. Давайте мы сейчас быстренько добежим до уже утеса Мартена. И закончим этот видос. Я уж тут уже гох совсем это потом, блядь. Прям какой-то. Не-не-не-не-не. До свидания. Так.
Там еще в дерево надо заглянуть. Там музыкальный инструмент лежит, барабан какие-то, я не помню, что он дает. Если я правильно иду, конечно. Есть подозрение, что иду блить не туда. Нет. Да нет. Так, значит, я наркоман, я иду не туда, правильно. Значит, мне через мост туда, вот сюда. Jesus Christ. Возможно, это было не лучшая идея не заканчивать этот видос. Я реально почему-то думал, что это смотрит там. Ладно, я буду. Сейчас. Ну как сейчас. Пойдем. Да в принципе, чё? Воу. Короче, Крок этот связан напрямую с Марданом. Вот. И когда мы стырим один тотем, спойлеры, подъехали, он крадет одного из наших персонажей. Рандомного. Не знаю, это можно ли сохранение как-то поменять. И можно прийти к нему. Ну, он там оставит, конечно, свой знак, прям как Джокер. По нему можно понять, что он стырил. И прийти к нему, получить квест на убийство лягушек. Получить этого сраного француза лягушачьей лапки, как в игре. Но по факту можно убить его до того, как тырить тотем. Ну и все. Приехали. Он никого не может украсть, если он мертв. Он не очень сложно убивается. Не настолько страшно. Дон Барлона, скажем, прям сложнее. Так, ну, я не знаю, что у нас тут будет по бомбам. Ой, вот, с мусорщиками точно драться не хочу. Тут прям железно. Блин, я забыл, где вот у смарта. Что-то срам. Так, ну мне здесь это рудники. То есть мне сейчас вот к этим товарищам надо идти, потому что нет. Или тихо, вот они уже свалят. Я не буду вестись на предметы. Это же не Dark Souls, правильно? Ну, Dark Souls мы, кстати, как-нибудь с вами еще вместе поиграем. Оно не хочет туда идти. Вообще никуда не хочет идти. Это, кстати, проход в Бейджи. Стоп. Смартан там. Вниз. Ай, блядь. Я дебил. Простите, пожалуйста. Опа. Ха! Я что-то нашел. Посмотрел же на юг. Правильно. Никто еще так нагло не ходил по болоту, путаясь в трех соснах. Инфосотка. Если что, да, мост один. Через... Там есть прикольный пляж еще, но я туда не хочу идти. На пляжу там довольно много интересных предметов валяется. Но они не очень важны всем. Там интересные патроны для шуток. На север в Бейджин. Бейджин идти сейчас это просто самоубийство. Можно просто закончить снимать вообще визардри и забить тогда, чем идти сейчас в Бейджин. Я там просто оторвут голову в прямом переносном смысле. Мы туда очень не скоро придем. И то нам там будет жопа. Даже тогда, когда мы туда придем не скоро.
Так, ну, по дороге там. Ничего не угрожает. Да. Да, да, нам сюда. Что-то у меня, короче, эта навигация поехала в голове. Что-то я думал, что в Бейджин туда. Ну, ладно, в Бейджин. Там слизни надо убить. О. А, даже не надо. Жат барабаны какие-то. Что? Кольцо полезное, кстати, вернуть разум. Ну, типа, это все. Барабан, не знаю, сейчас. Вот. Я не помню, правда, что он делает. А, он, кстати, скорость дает. Вот это полезно. Скорость это полезно. Замедление уберем. Пусть это будет. Пульт. Так. А, и перо. А перо. Я не помню для чего. Но было какое-то применение. Очень странное, по-моему. Тут будут еще странные предметы. Надо будет на самом деле гуглить. Может быть, в моде дали какой-то. Ну, типа, вот что делать с этими чашами вращающимися. Так, ладно, мы сейчас все переходим на Утес Мартана и там заканчиваем. И мы на Утесе Мартана. Все. На этом мы заканчиваем это видео. Вот. Если оно вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч в следующем видео. Всем пока.